Всем чики-бамбони, смотрим выступление Хуана. Можно поздравить его с победой. Все-таки его упорство дало огромные плоды, отличнейший результат, несмотря на, так скажем, негативное поведение зрителей, судей, возможно, да, кто-то был против, но в итоге он смог урвать эту победу. Красавчик, красавчик. Боец. Отлично. Тут он, как, знаете, как куколка такая. Ну, то есть пел, так скажем, без эмоций, лицо пустое. Ну, реально, кукла. И отличный всплеск рука. Прям. Пушечка, бомба. Все. Ракету сбросили. Сейчас будет, наверное, уже новый человек. И уже пометки две. То есть в прошлом выступлении была одна пометка. Если как сквозь самурай. Эмоции непоколебимые. О, отлично. Прямо эти азиатские мотивы. Очень круто, атмосферно. Приятно для уха. То есть да, как только он начинает петь, как только слышим мою аранжировку, все, мы попадаем совершенно в другой мир. В его мир. Классно. Лучше я буду так слушать, уже плохо слышу. Вау, это магия, это волшебно, то есть снова в нем закрыто, да, много всяких личностей, много людей. Но если вы смотрели, тоже снова окунаемся в аниме «Семь смертных грехов», там был меч Артура, когда он, этот меч был, так скажем, заряжен кровью различных людей. И когда Артур схватил этот меч, он мог им управлять разным способом. То есть он как бы поглотил силу этих всех людей и был не самим собой уже, а имел уже кучу личностей в своей голове. Сейчас он снова тоже много личностей. Сейчас он, словно, не знаю, какой-то охотник в лесу. И стиль похож на мужчину. Ну, короче, вот. Будет картинка, кстати, еще. Вот именно сейчас похож на стиль. Как ворон, черный ворон, красивый. Он дает какую-то лекцию, такой, знаете, такой темный какой-то повелитель, какой темный принц. И он своим новообеспеченным соратникам говорит, что делать, какой план у нас будет по захвату мира, что нам надо сделать, чтобы захватить этот мир, чтобы поглотить этот мир. Мы должны держать его в ежовых рукавицах.
больше. Во-первых, это очень эпично. Сбрасывает черный, так скажем, цвет, и там красный. Во-первых, это сочетание отличных цветов. Вау. Во-вторых, этот костюм красный, едкий, кровавый, подчеркивающий его вообще экспрессивность. Вау. Лава, бурлящая кровь. Это все есть в нем. Плюс, я вообще ничего не понял, первые так 5 секунд точно. Вот здесь есть какие-то штуки висят, да, вот на рукавах, да? Но это создает впечатление какого-то искажения пространства. Вот ты смотришь и непонятно, что это. Вот я сейчас думаю, что это свет, что какой-то эффект может наложен, но эта штука, маленькая деталь, но она искажает пространство. Во, во. То есть он это искажение личности какой-то своей, у тебя проблемы с головой, твое, так скажем, мировоззрение искажено, и в тебе скрытан куча людей. В общем, отлично. Костюм, конечно, шедевр. Мой мозг, так скажем, сломан немножко. Атака защиты. О, снова пальцем. Вот, знаете, его голос, это как, знаете, какой-то скальпель. И он вот, его вот эти глаза, его поведение, он вот несет к тебе скальпель и уже сделал надрез. Прорывается в твое нутро. Вот так. Очень аккуратно. Аккуратно, блин. Ухо же звенело. Звук такой странный, необычный. Но погружение в атмосферу невероятно. Включите воображение, да, немножко, и все. Совершенно другой мир. Можем представлять. Красавчик. Ему стоит уже попадать куда-то в Америку, ищет талант, чтобы талант его раскрылся. Даже не раскрылся, чтобы все его, чтобы его увидели уже, ну, со всех уголков мира, скажем. Здесь все есть, здесь было все. Есть элементы шоу, отлично. Поведение его на сцене отлично. Чувствует себя филигранно. Поет. Вау. Вау. Hey! Hey! Hey!
моя рука должна была оторваться и двигаться сама по себе. Вау. Все, он проснулся, но все эти личности, которые были в нем, растворились. Ну, это было полное вакханалия. Здесь было, блин. Ну, я вначале говорил, да, что он снова какой-то темный владыка. И вот вначале я просто говорил, как он будет захватывать мир, а в конце словно какой-то ритуал пошел. Неистовое какое-то безумство, веселье, они все вот это танцуют, бум-бумными, вот это вот все, все в каком-то странном состоянии, ну, так скажем, в кавычках, снова под наркотическим состоянием, вот это вот, в общем, безумство, но ой, за этим интересно наблюдать, ой, как это вот эта энергетика попадает сюда внутрь. Я даже услышал, ну, вы слышали, вы даже не слышите, как это очень тихо, но чувствуется, как он... Вот как-то вот находит какие-то скрепы, чтобы связать как бы это выступление с нами. Поэтому, вау, безусловно, это отличное выступление. Шедевр. Актерское мастерство на высоте. Здесь у нас собрались несколько человек и решили нам показать, как надо делать мощно и красиво. Вау. Экспрессия, эмоции, все было здесь. Здесь было и вот рок. Здесь были эмоции, вот реально крик души, который... Блин, ой. Здесь было добро, зло, все что угодно вы могли здесь обнаружить. Переживались персонажи? Конечно. Ведь он меняется с каждой секундой. С каждой секундой он снова какой-то другой. Поэтому достоин победы. Достоин, абсолютно достоин победы. Это и победа его. И с этим мы его, конечно, поздравляем. Поэтому желаем всем ему хорошего настроения. Пока-пока. Успехов.